Продолжаем сборку боевого робота, и это третья часть, в которой мы будем собирать каркас боевого робота. Каркас обшивается броней. Вместе каркас и броня предназначены для защиты внутренних механизмов робота от повреждения. Материал, из которого будем делать каркас, пластиковый перфорированный уголок, продается в строительных магазинах. Еще встречаются алюминиевые и железные перфорированные уголки. В зависимости от используемого материала уголка, мы получим разную прочность каркаса, но соответственно и разный вес. Первого робота я решил сделать с самым слабым каркасом и броней, чтобы примерно определиться с минимальной весовой категорией. Дальше следует процесс сборки каркаса, я думаю, комментарии не нужны. Ну что ж, такой вот каркас у нас получился. Сборка продолжает идти все так же без отклонения 3D модели. Теперь осталось только установить электронику. Правда, сделать это будет непросто, так как весь каркас я уже собрал, чтобы показать вам его в законченном виде.
А желательно было бы не устанавливать хотя бы два центральных верхних уголка. Ну и провода к двигателям желательно было бы припаять еще до сборки. Ну а пока на этом у меня все, продолжим в следующем видео.